Всем привет! С вами Екатерина Юрочкина. В этом видео я вам покажу, как я избавляюсь от целлюлита. Но перед тем, как мы начнем, хочу вас пригласить на свои занятия, на живые тренировки в Zoom. Вся информация в ссылке профиля. Итак, сегодня я вам покажу, как я избавляюсь от целлюлита. Покажу несколько методик и покажу упражнения. Перед тем, как мы начнем делать упражнения, хочу посоветовать вам вот такой вот скалп, массажер, который я купила в фикс прайс за 200 или 300 рублей. Что я вам рекомендую вначале сделать? Начать вот этой скалкой растирать бедра, боковые стороны, внутренние. То есть хорошо прям растирать, ну где-то минут 5, минут 10. Одну ногу и также другую ногу со всех сторон прям растираем, надавливаем как можно сильнее, проминаем со всех сторон. Даже можно это делать и дольше, чем 5-10 минут, если у вас есть время, смотрите телевизор или что-то слушаете, и сидите и растираете. И также можно это сделать животом. Это что касается массажера. Очень помогает избавиться от целлюлита. Ну и, конечно, перестать есть сладкое, мучное. Это тоже помогает избавиться от целлюлита. А теперь я вам покажу несколько упражнений. Значит, мы ложимся, ножки вместе. И начинаем делать круговые движения назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще. Не останавливаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, последние восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вздохнули, подышали и все в обратную сторону. Вперед. Раз, два. Начинают ноги уже уставать. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 делаем последний. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дышим, отдохнули, подышали. И сейчас делаем раз, 2, 3, опустить. Еще раз, раз, 2, 3, опустить. Еще раз, 2, 3, опустить. Раз, 2, 3, опустить. Еще раз, 2, 3, опустили. Раз, 2, 3, опустили. Раз, 2, 3, опустили. Раз, 2, 3, вздохнули, дышим и делаем быстро. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. 3, 4, 5, уже устают сильно, 7, сейчас самая работа, еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще не останавливаемся. Раз, два, три, четыре,
5, 6, 7, последние 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уф! Молодцы, легли на спину. Левую ногу поставили на правую, правую согнули и подтянули бедро. Лежим, тянем, расслабляемся. Чувствуем, как левое бедро у нас тянется. И закончили. Поднимаемся. Итак, мы проделали упражнение с левой ноги. Вам сейчас нужно повторить все то же самое с правой ноги. И еще я вам покажу одно упражнение от целлюлита. Самомассаж. Вы вот своими костяшками, вот этими вот, да, начинаете вот так растирать вашу ногу вверх и вниз. Сперва масло, да, положили, растерли. И потом вот так вот трем. То есть очень хорошо помогает скалка. Сперва скалкой сделали упражнение и потом еще раз стерли кулачками как следует. Итак, дорогие мои, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и до новых встреч. Всем пока!